Тяга штанги в наклоне – классическое базовое упражнение для развития мышц верха спины, преимущественно широчайших. Упражнение выполняется стоя, ноги на ширине плеч. В наклоне спина обязательно должна быть прямая, не округляем спину ни в коем случае. Смотреть, чтобы обеспечить себе прямую спину, смотреть нужно вперед. И выполняем тягу вдоль бедра к поясу. Наклон корпуса порядка 60-70 градусов. Хват в этом упражнении можно использовать средний, узкий и широкий. Тем самым мы по-разному воздействуем на нашу группу верха спины, мышц верха спины. В упражнении используем также наш классический вариант 3-4 подхода. 12 повторений, я думаю, будет как раз достаточно для проработки мышц спины.